Итак, ребят, всем привет, с вами Вован, вы на канале Санч Саван. Пришла весна, уже апрель, и 20 почти градусов, ну 18, короче, градусов. Поэтому начинается прогулка, начинается влог, и в этом влоге мы продолжим поиски этой черной RX-7, которую мы очень давно ищем. И вот, наконец-то, я думаю, мы можем начинать. Также покажу модельные новинки. Вот, в торговом центре Суворовский, в торговом центре Красные Холмы. Это такая, типа, ярмарка. Ну, типа, рынок, но только по... Не рынок, а такой огромный торговый центр. Короче, погнали. Дерево и светофоров, наша местная достопримечательность. Вон это вот здание с желтой крышей, это вокзал. Но мы идем вот сюда. Это дерево и светофоров, наша местная достопримечательность. Вон это вот здание с желтой крышей, это вокзал. Но мы идем вот сюда. О, моя заначка. О, ну. Надо будет сейчас пойти, короче, еще одну посылочку забрать с Томикой. Что это такое, пацаны? Напишите в комментариях, кто знает, что это за машина. Это Ларгус с мордой от Веста, но это не... Это Лада Ларгус, пипец, новый Лада Ларгус. Это будет, наверное, ближе к лету. Понял, бывает. Опа. А это что? А, понял. Ну, это прикольно выглядит. Это не принял? Нет.
Но это будет офигенно, поэтому я это сфоткал. Так. Новые тачки. NSX. CRX. О. Вот сейчас бы неплохо было бы RX-7 найти. Тут нету RX-7 в таких трех паках. Есть 37Z новый. Нет, RX-7 здесь нет. Так. Гольф. Что-то ничего тут нет. Но вот этого штука зато есть. Поехали дальше. О, гелик красный. Премиум стыдли. Да что за урода, а? Блядь. Ну что, ребят, значит, есть две новости. Это у нас уже конец влога, под конец влога. Короче, к сожалению, телефон вырубился, блин. Я даже не успел вам поснять модельки в перекрестке, не успел вам поснять модельки в это, где... А, короче, не успел я модельки на почте, и само получение посылки, к сожалению, не успел заснять. Вот посылочка. И то, что в ней будет, вы увидите совсем скоро. Ну а сейчас вам я скажу большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Вован, вы были на канале Саныч Саван. Всем пока. Подписывайтесь на группу ВК. Ссылка в описании. Группа ВК. Ссылочка в описании. Всем спасибо, ребят. Всем удачи. Ждите посылку. Всем пока.